Здравствуйте. Если вы думали, что предыдущий уровень был канализацией, то вы ошибались. Это конкретная канализация. Больше канализаций. Этот уровень натурально так и называется. Больше канализаций. Тем не менее, он довольно забавный. Например, миллиардом хит-сканеров вот здесь вот за клетками, и пулеметчик меня начинает выводить из себя. Надо будет пробежать к нему и преподать ему урок. Прекрасно. Здесь же мы берем ракетницу. И вот эту вот штуку, и расстреляем ревенантов заранее. Может, после того, как мы взяли ракетницу, здесь скрывается проход как раз-таки туда, вот где они были. Даже некоторые остались. Сейчас мы это исправим. Так. Ладно. Вот здесь вот есть две лампочки, одна моргает, другая нет. Соответственно, если мы на нее нажмем, то откроем секрет. Да, вот такая вот индикация. Что же это за секрет такой? Ух. Тем не менее, здесь миллиард скелетов, как вы можете слушать или видеть. Да. Мы пробежим сюда. А, даже не добегая они вот. Отлично. Я думал, они выходят только когда вы сферу берете. Окей. Было неожиданно. Ладно. Прошло отвратительно, но нет. Так. Далее в этот коридор. Если мы вот здесь пройдем, откроется еще один шкафчик с монстрами. Бывает моментов, в которых начинаешь путаться. Классическая канализация. Это секрет по какой-то причине. Народ начал телепортироваться. Я не совсем помню, что именно. А. Так, и вон там открылось место с броней. Тем не менее, когда мы ее подберем, появятся эти ребята. Мы быстро отбегшим барона. Добьем как и демона. Но это приводит нас вот к месту с синей сферой. Там туда мы пока не пойдем. Да. Пока займемся вот этими монстрами. Ракет у нас нет, к сожалению. Ну ничего, мы справимся и так. БФГ. Отлично. Уже пусто. Но, кстати, одного монстра не хватает. Куда он делся? Куда ты убежал? О, я его слышу. Вот ты где. Так. Там, вы как видели, был тупик. И два монстра последних здесь находятся. Чтобы открыть проход, достаточно пройти вот здесь вот, того места, вот где броня была и бароны, и вот это вот все. И открывается подъем наверх. Достаточно неожиданно, но почему нет? Ну, я не знаю, как подводить итоги таких уровней, это типичный уровень канализации. Особенно из 90-х. Ох. Ну. Я не знаю, я нахожу его не таким плохим. С этими триггерами странными, конечно. Наверное, была перегнута палка. С другой стороны,
ничего такого особенного, и все равно проходишь по этим путям так или иначе, открываешь. С выходом могут проблемы возникнуть. Первый раз у меня возникли проблемы, но ничего. Погулял, немножко нашел. Понял, что за что отвечает и так далее. Ну и, по-моему, первый полноценный секрет за весь ват. То есть это вот BFG за мелькающей лампочкой. Действительно похоже на нормальный секрет. Не то, что он спрятан за какой-то стеной, где тебе там надо тыкать все подряд, чтобы найти, а действительно, вот эта лампочка мигает, вот эта лампочка нет, как бы. Возможно, тут что-то не так. И да? Ну ладно, тем не менее, спасибо большое за просмотр. И всего доброго. И следующие уровни будут уже на поверхности. Иногда. С наступающим!